Здравствуйте! Сегодня хочу представить вашему вниманию дизельную тепловую пушку Zubr DB-K7-30000. В ассортименте Zubr представлен широчайший спектр надежных и безопасных тепловых пушек для обогрева различных помещений, от маленьких бытовок до складских комплексов. Данная модель предназначена для использования в складских или хорошо проветриваемых нежилых помещениях. Работа в местах, где находятся люди, требует наличия периодического проветривания или мощной системы вентиляции. Данная модель выделяет до 30 кВт мощности, которая вся идет на тепло. Основные технические характеристики. Напряжение 220 вольт, мощность 30 кВт, воздушный поток 400 кубометров в час, прямой способ нагрева, тепловая энергия 26 000 килокалорий в час. Объем бака 18,5 литров. Расход топлива 2,5 литра в час. Тип топлива дизельное. Мощность вентилятора 200 Вт. Термозащита, двойные стенки. Регулятор температуры, контроль наличия пламени. Возможность подключения внешнего термостата. Защита от нестабильной работы сети. Защита от высекания пламени. Дисплей для регулировки температуры. Давайте откроем коробку. В комплект входит выносной термостат, непосредственно сама дизельная пушка, инструкция по эксплуатации, вилка термостата, дополнительная рукоятка и манометр. Тепловая пушка состоит из топливного бака, камеры сгорания, вентилятора и горелки. Работать в автономном режиме пушки помогает таймер, термостат и система контроля. Солярка подается в форсунку при помощи компрессора. Форсунка впрыскивает топливо в камеру сгорания, где оно и воспламеняется. Вентилятор задувает холодный воздух, который нагревается от стенок камеры сгорания. Преимуществами данной пушки являются камера сгорания повышенной толщины и жаропрочной стали, мощный двигатель-вентилятор, надежный компрессор с фильтрами очистки воздуха и манометром для визуального контроля правильной работы пушки. Светодиодный дисплей, отображающий температуру воздуха и коды ошибок. Электронный регулятор температуры. Большой топливный бак. Возможность подключения комнатного термостата из комплекта обеспечивает полностью автоматическую работу. Для начала работы изделие необходимо заземлить. Далее вкручиваем манометр. Заливаем дизельное топливо в бак, вставляем вилку кабеля в розетку, нажимаем кнопку выключателя, далее на дисплее выставляем необходимую температуру и нажимаем кнопку «Вот». Если температура окружающей среды будет ниже температуры, установленной на термостате, изделие начнет работу. Когда температура окружающей среды достигнет температуры, выставленной на термостате, изделие выключится автоматически. В заключение хотелось бы отметить, что данная пушка прямого нагрева идеальна для любых климатических условий. Оборудование очень экономичное, с высоким КПД. Оптимально подходит для использования на строительных площадках, просушки проветриваемых помещений, обогрева складов. Надежный поджиг благодаря двойному электроду и жаростойкой стали в керамическом изоляторе и эффективное горение за счет качественной горелки гарантируют безотказную работу в любых условиях эксплуатации. Система контроля с фотодатчиком не даст погаснуть пламени во время работы, а дисплей в паре с термостатом позволит легко и удобно нагреть помещение до нужной температуры. На сегодня это все.
Если у вас возникнут вопросы, вы их всегда можете задавать в комментариях к данному видео. Мы будем оперативно на них отвечать. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Благодарю за внимание.